When I was in India, then I searched about Kazakhstan. Еще в Индии я интересовался Казахстаном, и все, что я прочел в Google, мне очень понравилось. Я выбрал Актобе, потому что в этом городе родился самый популярный музыкант Казахстана Димаш Кудайберген. Я решил поехать в Актобе, чтобы встретиться с ним. К сожалению, он тогда работал в Китае, но в любом случае, это великий человек. Вторая причина моего приезда – это Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова. Так я и приехал в Актобе. Я люблю танцевать с детства. Когда мне было 4 или 5, я уже тренировался в подготовительных классах. Я действительно горжусь тем, что я фермер и что я из семьи фермеров. Мы с родителями работаем на ферме даже в 40-градусную жару. Это очень непросто. После окончания университета я вернусь в Индию. Это моя родина. Казахстан – моя вторая родина, и мне здесь очень нравится. Могу точно сказать, что сегодня великий момент для меня, моих друзей и родителей. Я сегодня очень счастлив. Yes, of course, why not? Dancing? Of course. Okay, show me something. Wow! Ух ты! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Маноч Кумар Пуня, он же Джимми Джексон. Вау, как здорово! Откуда вы? Я из Индии, и сейчас я учусь в медицинском университете имени Марата Оспанова, город Актобе. Вау! Как ты себя чувствуешь? Все отлично. Сегодня сбываются мои мечты. Я счастлив, и мои друзья, родители, Индия, Казахстан и Актобе будет мной гордиться. Индия, Казахстан и Актобе. Сколько тебе лет? Сегодня мой день рождения, и мне уже 24 года. Неужели? С днем рождения. Спасибо огромное. Желаю вам удачи. Thank you so much. Красава, красава! Вау, вау! Могу сказать только одно. Ты отличный парень, и эти аплодисменты для тебя. Спасибо большое. Красава, красава. Я прям это ждал. Прям я сам тоже хотел потанцевать. Зажигательно. Прям передаешь энергетику. Фантастика. Мне нравится. Было спасибо супер. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень нравится, что Маноч держится на сцене очень свободно, очень уверенно. И в движениях его танца чувствовалось его настроение. И ты в своем танце показал, что у тебя в душе праздник. По тебе видно, что ты солнечный человек. Твои движения, твое выступление получилось ярким. Джимми, и боги, и дабстеп, и болливудские мотивы. Мне чуть-чуть, может быть, не хватило казахских, только каких-то, это, не знаю, кусочков дамбры, может быть, в твоем выступлении. Но это все вместе было очень круто. Ты справился более чем на 100%. Браво! Спасибо большое. Голосуем, Ербулат. Да. С днем рождения тебя, и я говорю да. Да! Спасибо большое. Я сегодня говорю тебе да. С
Спасибо большое. У тебя 3 «да», и ты проходишь следующий тур. Спасибо большое. Hey, Jimmy. Congratulations. Thank you. Какой он крутой. Біздің қазақтың қапқара домалақ баласы ғой. Очень счастлив, мои мечты осуществились. Я познакомился с Иторой, Сериком. Боже мой, сегодня великий день для меня.